Всем привет! Это Алена. Решила выступить по бикини. И с 22 июля началась диета. Вес был 56 килограммов. Сегодня 18 сентября. И сколько? 49-650. Итого уже минус 6 с копейками. До соревнования остался месяц. Что, как диета, как самочувствие? Самочувствие, ну, бывает слабость, типа, если началась. Как бы тяжело переносить. Ну, на самом деле, я спрашиваю и сравниваю с собой, то как бы у нее вроде все нормально. Вот только недавно началась такая слабость. Диета не жесткая, все как бы... Сегодня полностью тренировка ног, и вот чуть-чуть ее снимем. Поехали. Первое упражнение — сгибание ног. Алена говорит, что не сможет. Я же смогу. Поехали. 15 раз. Так, и все, мы едем, четвертый подход, который она говорила, не сможет сделать. Сейчас поедем, четко, раз. Вот делаем, чтобы ноги как у мужика у нее были. Вот она говорит, хочу быть мужиком, поэтому от разгибания ног квадры убиваем. Сколько раз? Еще раз. Так, два. 15 раз, поехали. Раз, два. Что, так повеселее? Или легко все равно? Тяжеловато. Тяжеловато? Да. Поэтому надо трешечку. Вот так, поехали. Пониже опускай, я буду сильнее помогать. Пониже вниз. 8, 4 раза. Помощнее. Давай, терпи. Еще разок. Все. Вот, а на следующий убавим. Как положено, рямочки, подходов много, сил нет, вес не маленький, 45-ка. Нормально. Так, все, 12 раз, второй подход. Что, как? Давай. Налегке? Ну, пойдет. Thank you.
тяжелее, нет. Все, мы в кадре. Так что можешь начинать позировать. Ну, эту сушку. Следующее упражнение. Полумостик. Вес небольшой. Делаем в гантели. Отдых маленький, поэтому маленького веса хватает. Ольга. Чуточек. Поехали. Должно быть легко. Страховать не будем, наверное. Сел на карты посидеть. Техника здесь не только с акцентом на ягодицы, но и на квадрицепс, так как колено ходит вперед достаточно хорошо. Ну и что? Легко? Да, можно еще. Добавим? Еще добавим. Поехали. Здесь прям стараться поднимать, чтобы таз подкручивался впереди. Потому что пресс как раз будет работать тогда, когда таз подкручивается. Ну что, провисело? Ага. Говорила, не смогу опять. Ну что, надо новое позирование изучать.
Всем привет. Это Алена. Решила выступить по бикини. И с 22 июля началась диета. Вес был 56 килограммов. Сегодня 18 сентября. И сколько? 49 650. Того уже минус 6 с копейками. До соревнования остался месяц. Что, как диета, как самочувствие? Самочувствие, ну, бывает слабость, типа, если началась. Как бы тяжело переносится. Ну, на самом деле я спрашиваю и сравниваю с собой, то как бы у нее вроде все нормально, вот только недавно началась такая слабость. Диета не жесткая, все как бы... Сегодня полностью тренировка ног, и вот чуть-чуть ее снимем. Поехали. Первое упражнение – сгибание ног. Алена говорит, что не сможет. Скажи, смогу? Поехали. Сейчас 15 раз.